И всем привет, с вами я, Десимин, и сегодня я буду обозревать свою первую программу под названием «Витамина». Вот она. Суть этой программы заключается в том, чтобы тренировать кратковременную память. Итак, первый запуск. Привет! Вот я сделал вот такое вот приветствие. Прикольное довольно. И тут написано «Витамина, тренажер для развития памяти». Бесплатный. По скрипту создатель Зодисимин. Ну, продолжаем. Итак, вот, появляется окошко «Тренировка памяти». И тут есть 5 кнопок. Первая плохая, вторая ниже среднего, средняя, выше среднего и супер память. Супер память кнопку я не доделал, ну, потому что я ленивый. Это и так понятно. Вот. Плохая память. Здесь все просто. Ваша задача запомнить 3 слова за 10 секунд. Ну, давай попробуем. Буква «Будильник создатель». Буква «Будильник создатель». Угу. Теперь запиши все слова по порядку на листочке или повтори вслух. Мы повторим вслух. Буква «Будильник создатель». Ну, суть вы поняли. Теперь ниже среднего. Здесь будут... здесь надо запомнить 6 слов за 40 секунд. Ну и во всех кнопках все то же самое. Ну а с вами был Зодисимин. Ставим лайки, подписываемся на канал. И всем удачи и пока!